я проглядела, не видела. Это вот этот его? А как этот такой? Ну как это? Они сами виноваты, что? Ну что делать? О, жахнись, давай, жахнись, смотри, сейчас летит. Да, есть, отлично, молодец, я это все записал на видео. Он просто летел как ненормально. Там вообще... Сзади который? Да, сзади летел как ненормально, там просто не успел затормозить просто. У нас регистратор есть. Вызывай. Блять, а сюда или куда? Ну я не знаю, сам. Наверное, прямо. Через 200 метров поверните направо. Далее, через 30 метров поворот налево. Саш, что взорвется? Выходи. Меня не открывай. Странно и грустно. Я думала, это от усталости, из-за того, что всех его друзей мы похоронили там, у замка Стига. Но теперь понимаю, что означала его улыбка. Нахуй. Единственный весенний концерт Animal Jazz в Санкт-Петербурге. Презентация новейшей концертной программы «Электроакустика». Группа впервые представит новый мини-альбом «Любовь к полетам» с песней о любимом городе. Ой-ой-ой-ой-ой! Ну как так-то? Конечно, наши.
Так, ребята, где душители вышли? Мужчины там, мужчины. Вон этот медики там. Там вон бота стоит, вон он. Куда он поворачивал, непонятно ему-то. Он там вылетел.